Привет от Беликова Алексея Николаевича. 5 мая 1945 года. Добрый день или вечер, моя дочечка Катя. Я тебе сообщаю, что я пока жив и здоров, чего я тебе желаю. Катя, я от тебя получил письмо и очень рад, что ты за меня не забываешь. Так начинается каждое письмо красноармейца Алексея Беликова своей семье. Теперь их перечитывает внучка той самой Кати, Мария Ефимова. Своего прадеда, уроженца хутора Михайловка Федоровского сельского поселения, она никогда не видела. Алексей Николаевич ушел из жизни в 64-м. Я всю жизнь слышала о нем. Вот на протяжении, пока была жива его дочь, ну, моя бабушка, все время, у нас его в семье называли дедушка Алешка. Очень тепло всегда о нем отзывались. И вот я знала о нем. И спустя вот некоторое время, уже буквально года три, в ОБД-мемориал мы нашли данные по нем. И мы не знали, практически ничего, где он воевал. Только отсюда узнали. В принципе, даже фотографий не так много. Красноармеец Алексей Беликов ушел на фронт в 1941 году. Дома остались уже трое взрослых детей. Ему самому к тому времени исполнилось 43. Боец был первым номером ручного пулемета 7-й стрелковой роты 1316-го ордена Суворова стрелкового полка 17-й стрелковой Бобруйской краснознаменной дивизии. 21 июня 1944 года в одном из уездов Литовской ССР при наступлении наших подразделений Алексей Беликов был в головном дозоре, когда заметил засаду группы немецких автоматчиков. Внезапное нападение противника было сорвано. В завязавшемся бою он лично уничтожил двух немецких автоматчиков и за проявленный героизм награжден медалью за отвагу. И еще он был награжден орденом Красного Знамени. Это был в феврале уже 1945 года. Это Восточная Пруссия, как я уже говорила. Он, находясь в боевом порядке, своим автоматом, точнее пулеметом, подавил пулеметную точку противника, чем способствовал успеху боя. И затем он был награжден орденом Красной Звезды. Это мы, конечно, узнали недавно. Музей в Федоровской школе появился в 70-х годах. Тогда ученики вместе с педагогами занимались краеведческой работой, собирали экспонаты и истории о Великой Отечественной войне и ее героях, пополняли коллекцию музея местные жители и поисковики. А сейчас здесь проводят экскурсии не только для тех, кто учится в этой школе, но и для детей со всего района. Для них это именно то, что потрогать можно. И они и каски меряют, которые у нас есть. И каски многие там пробитые пулями. Они когда только приходят в музей, у них еще такое немножко игривое настроение. И письма показываем, и во время экскурсии уже видно, как они затихают, как они смотрят. Как-то начинают вспоминать, что им кто-то там про дедушка что-то рассказывал. А этот экспонат, немецкую газету, нашли случайно местные жители, когда разбирали чердак. Свежую прессу в 1942 году фашисты получали, даже находясь в далекой Федоровке. Газета, конечно, пострадала, она ветхая, и мы стараемся ее сохранять и от солнца, и не открывать лишний раз, но тем не менее, все равно детям показываю, потому что это интересно. Это такой факт, который редко появляется. Большой интерес у школьников в музее вызывают солдатские вещи. Оружие, каски, котелки, ложки и гильзы. Все эти экспонаты собраны здесь, в селе. Каски они даже использовали как-то в хозяйстве, в огородах откапывали много остатков оружия. Там и штыки эти к винтовке Мосина тоже приносили. И много у нас запасники еще есть. Пистолет был найден, револьвер 9-миллиметровой системы «Наган» был найден местными жителями при разборе старого дома. Печку разбирали и там где-то нашли замотанную в промасленную бумагу, в тряпки. То есть кто-то пытался сохранить. Школьникам рассказывают историю и односельчанина Александра Дмитриевича Гринченко. На фото 41-го года он изображен с Виктором Чекалиным, братом партизана Александра Чекалина, которого немцы пытали, а затем казнили. А позже его именем был назван город в Тульской области. Посмертно партизану Чекалину присвоено звание Героя Советского Союза. В 40-м году Александр Гринченко закончил фельдшерские курсы.
первые дни войны он отправился на фронт и был зачислен в госпиталь под Тулой. В 1941 году там шли тяжелые бои. И вот после одного из боя, выводя из окружения повозки с ранеными бойцами и с боем, в том числе и местных, помог выйти из окружения местным жителям. И вот в числе этих местных жителей был вот этот мальчик со своей мамой, Витя Чекалин. 2 октября 1941 года Александр Гринченко вынес с поля боя 32 раненых бойца и командира с их личным оружием. Оказал им первую помощь и лично уничтожил 8 фашистов. За это его представили к награде ордена Красной Звезды. После войны Александр Гринченко вернулся в родную Федоровку, работал в больнице. Со своим фронтовым товарищем Виктором Чекалиным он вновь встретился в 1981 году, когда тот приехал его навестить. Когда они видят вот такие фотографии, то, что дети на самом деле воевали, ну, я считаю, тоже как бы это такой пример, который помогает воспитывать у них и любовь к родине, и уважение к ветеранам, и уважение к их подвигу. Не только музей хранит память о подвигах бойцов Красной Армии. Возле школы установлен памятник клятва красногвардейцам, расстрелянных белыми, и бойцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Здесь, на братской могиле, установили 12-метровую стелу с барельефом буденовца и воина Красной Армии, которые погибли при освобождении села.